Всем привет, друзья! Это Рустам, Леон и Вероника, Русский Family Vlog. Мы не успели вернуться с Борового и бежим на день йоги в нашем парке. Так, где мои мальчики? Нету. Главные йогисты страны уже в пути. Ты куда идешь? На день йоги? Ты когда в животике был, ты уже ходил. А теперь я иду на коляске туда, а потом уже пойду пешочком. Поет. Здесь возле цирка уже сделали, доделывают площадку, поэтому уже удобно идти. Посмотрим, как там спуск. Ну тут хорошую плитку сделали. Да? Нравится? Да. Сегодня погода не очень. Ага. Да? Ну нормально, не жарко. Кстати, в прошлый раз было очень жарко, и даже скорую, помнишь, кому-то вызывали? Да. Мы бежим. Это как копье. Леончик чуть-чуть хочет просто спать, но это он не укладывался дома, и мы все-таки решили пойти. Вообще мы, ну, как бы, мы зарегистрировались, потом Леончик что-то начал хныкать, мы такие, наверное, не пойдем. И он не укладывается. И такие, ну ладно. Давай попробуем, может быть, на улице заснет. Он сейчас чуть-чуть подкрикивает, но ничего, вроде еще идет. Ну что, пришли мы, значит, в парк на день йоги. Вот здесь такое собрание людей. Веруська говорит, так, нам нужны футболки, где-то там они. Вот, поэтому мы идем туда, в эту палатку. Обычно там регистрируешься заранее, а потом подходишь и на месте уже говоришь, что вот он, я пришел, и тебя там как бы в списках находят, выдают футболку. Вот так вот. Вообще начало в 10 часов. Мы буквально за сколько? За 2-3 минуты успели. Вот они. Здравствуйте. С праздником. В 10 начало, да? Да. Ну вот а так. Ты тоже зарегистрирован? Тоже? Да, я тебя тоже зарегистрирован. А посмотрите, вроде супруга говорит, я тоже зарегистрирован. Ну все, спасибо, хорошей практики. Ну все, вот. У Леона глаза сонные, но что-то ему нравится такое. Ему капец вообще. Дрищ нравится, да? Да, вот нас угостили водичкой и футболочкой. А вот твоя коллега. Где? А, да. Много с детками, кстати, смотри, прям. Круто. Че, пойдем куда-нибудь на лавочку? Пойдем. Наверное, вот туда можно проходить. Но я думаю, по традициям все равно в 10 не начнут, потому что часто все опаздывают минут на 10, это точно. В прошлом году мы прям занимались, было вообще круто, но очень жарко. Мы вот здесь где-то под тополями от солнышка спрятались, но было такое, что вызывали прям скорую помощь от девушки от перегрева, и очень плохо стало. А в этом году вот так вот. Я хочу футболку одеть и сфотографироваться на фоне людей. Пойдем? Пойдем. Амир Каримов и Андрей Кузьмин. Кто не видел наше предыдущее видео про йогу, можете посмотреть вот здесь. А вообще спонсорами данного мероприятия даже посольство Индии выступает. Ну, это такой как бы серьезный праздник вообще, поэтому я думаю, все, кто практикует тем, йогу, стараются прийти сюда и позаниматься все вместе. Такая групповая практика. Откройте социальные сети, куют повсеместно. А людей, практикующих йогу, вот йога объединяет карагандинцев. Имеют разную географию, возраст, вероисповедание. И всех их объединяет желание стать счастливее, всех здоровее и сделать этот мир немножечко лучше. Именно поэтому мы бы очень хотели поприсутствовать, может, даже самим позаниматься, но Леончику надо спать, как бы укладываться, и поэтому мы, наверное, сейчас попробуем, конечно, еще чуть побыть здесь, может быть, даже попрактиковать, но если нет, то пойдем уже домой. Нам надо же как-то вот так обойти.
Короче, Леон не засыпал, мы решили пойти домой, дошли практически до цирка, и он уснул. Обратно возвращаться вообще нет желания. Ну, пойдем домой теперь. Приехали мы забирать свои посылки. Они и дошли до нас. Здравствуйте. Здравствуйте. Все хорошо, как у вас? Недавно обзор ваш смотрел. На распаковку? Не, распаковку нет, это старого. Сыном в день выходной у вас. А, гуляли мы. Да. И школу, про школу там. Про школу рассказывали, да. Я все видел, все здорово. Ну, сейчас вот заказываем распаковку, бывает, снимаем, но... Да, да, да. Я потом в этом комментарии писал. Да, а как подписан? Где, как бы, Журбек Куаныш. Где вы кокасы оплачиваете? А, ага. Подписан Журбек, да? Куаныш, это я. Я комментировал. Ну, мы, у да. У кого вы работаете, помните вы? Да, да, да. Так мы же, видите, мы здесь держим. Да. Не рассказываем. Потому что карка слишком хорошая у вас. Спасибо. Да. Стараемся все. Нет, раз. Правда, правда. Но мы еще заказывали. Не, рассказывайте, да? Рекламируйте, наоборот. Да, ну хорошо, хорошо. Но мы еще, по-моему, через кого-то заказывали. Да, мы еще через одно. Да. Мы сейчас присматриваемся, да. Так, смотрим. Что-то дольше, да. Хотя вот этот вот тоже долго у вас вот получилось, раз, да? Две недели, да. Получается, за пятое... Нет, у нас за 9 дней сейчас минимально. За пятое что-то долго было, а за десятое быстро пришло. Пятый, да, там как... не а, за пятое, да, там машина на таможне просто встала. Часть получили, часть не получили. Бывает такая, да, знаете, да. Кто-то запечённый закажет, здрасте. Смотрите. И там разборки начинаются, да? Потом. Здравствуйте, Калиалыч. Спасибо, хорошо. У нас там очень много посылок. Ой, Леня! У нас там очень много посылок пришло, штук 10-11, вот будем снимать распаковку, а потом будем уже показывать, как мы это применяем, что мы там купили и удобно ли это вообще или нет. Вот она, вот она, вот она, вот она, вот она, вот она, вот она. А это, оказывается, наши подписчики здесь работают. Не, ну как так? Вот она, вот она.